В соответствии с законом, хранить лекарственные препараты в медучреждениях должны в специализированных фармацевтических холодильниках. В Ивановском медцентре Академия здоровья эти правила игнорировали. Нарушение выявила прокуратура Ленинского района. В ходе проверки выяснилось, что термолабильные препараты хранили в обычных бытовых холодильниках, которые для этого не предназначены. Кроме того, сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения, касающиеся предметно-количественного учета имеющихся препаратов. Генерального директора обязали устранить нарушение, а должностное лицо привлечь к дисциплинарной ответственности. По результатам выявленных нарушений прокуратуры района в отношении генерального директора общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.43 КОАП РФ, по итогам рассмотрения которого территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Ивановской области виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.